Развитие деловых и управленческих навыков очень важно для сотрудников образовательных учреждений, уверена в администрации Одинцовского округа. 32 заместителя директоров школ муниципалитета прошли курсы повышения квалификации на базе МГИМО. Мы возлагаем на вас большие надежды. Муниципалитет готов и дальше вкладывать ресурсы, чтобы создать задел на будущее, чтобы система образования в округе сделала такой колоссальный рывок по качеству образования, по развитию системы образования. Прошедшем обучении торжественно вручили удостоверение о прохождении курсов «Личная и командная эффективность. Работа на результат». Только в ваших силах как раз-таки оказать какие-то изменения, изменить традиционный уклад формата работы и обучения, усилить глобальную конкуренцию за таланты, проектировать новые или трансформировать существующие программы обучения. Преподаватели университета консультировали и готовили завучей к успешной работе в команде. При этом школьные управленцы приобрели важные навыки, которыми смогут в дальнейшем поделиться со своими коллегами. Эмилия Аркелян, телекомпания «Одинцова».